Привет, зрители, зашедшие на канал. Несколько минут этого обзора будут посвящены фантастическому боевику начала 90-х с Дольфом Лундгреном в главной роли. «Темный ангел» или «Я пришел с миром». Кинокартину снял режиссер Крейг Бэксли, который до режиссерских работ вкалывал как проклятый в Голливуде в качестве каскадера. Падал, горел, дрался в куче фильмов и сериалов, пока однажды не понял, что пора бы и честь знать. И так незаметненько, но складно снял несколько эпизодов сериала «Команда А» и поставил фильм «Джексон Мотор» с Карлом Уэзерсом в главной роли. С ним же он работал на картине «Хищник», где Крейг Бэксли был вторым режиссером и постановщиком трюков. В 89 году он получил приглашение сесть в кресло режиссера, так как нужен был парень, который устроит пару мощных взрывов, разобьет несколько дорогих машин и снимет несколько эффектных перестрелок. А поскольку лавры первого «Хищника» не давали покоя многим продюсерам, то тематика злых пришельцев, охотящихся на людей, была все еще актуальна. Тем более, уже вовсю велись подготовки к съемкам второго «Хищника». В общем, время выхода подобной картины было весьма и весьма подходящим. А сценарий этой картины пылился аж с 84 года под рабочим названием «Смертельный контакт». Крейг стал рассматривать кандидатуру исполнителей, и практически сразу мнение продюсеров совпало с его мнением. Дольф Лундгрен – звезда кинофильмов «Каратель», «Красный скорпион» и «Рокки 4». К тому же Дольф Лундгрен – настоящий спортсмен, чемпион Австралии и Великобритании по карате. По сюжету этой фантастической киноленты на планету Земля прибывает инопланетянин, который далеко не такой дружелюбный, как в фильме Стивена Спилберга. По сути, пришелец является межгалактическим наркоторговцем. Только наркотик, который ему необходим, содержится в человеческом теле – гормон счастья и наслаждения эндорфин. С помощью мудреного приспособления злобный гигант накачивает свои жертвы наркотой, а затем, вонзая в голову несчастным подобием металлического стержня, выкачивает чистый гормон. Но не все так плохо. По его следам на планету прибывает аналог нашей доблестной полиции, правда специфической наружности. Космический коп оказывается всегда на шаг позади злодея. Параллельно этим событиям свое расследование затеял крутой коп в исполнении Дольфа. Его напарника убивают при проведении операции под прикрытием. Вездесущая ФБР, уловив откуда дует ветер, пристраивает своего шныря, чтобы тот держал нос по ветру и обо всех шагах в расследовании отстукивал в штаб-квартиру ФБР. Долго ли, коротко ли, напарники выходят на след галактического наркоторговца. В заварушке оказывается смертельно подстрелен инопланетный полицейский, который и открывает весь расклад Дольфу и его мелкому напарнику. А после чистосердечного рассказа он самоликвидируется, прям как хищник. Мелкий напарник тырит космический пистолет пришельца и передает его своему боссу, который захотел получить передовые технологии пришельцев, устранив героя Дольфа и его мелкого напарника. Тут появляется могучий швед и метким выстрелом отправляет на тот свет хитроумного ФБРовца. Уже в качестве настоящих напарников они отправляются на последнюю схватку со злобным астронавтом. В итоге все складывается благополучно и для разрешения дела, и для землян в целом. Космического барыгу, насаженного на кусок арматуры, разрывает на куски взрывом. Так американские копы побеждают межпланетное зло. Конец фильма. Вау! Так я сказал, выходя из кинотеатра под названием «Комета». Году этак в 93-м. Этот кинофильм был пределом мечтаний среднестатистического подростка. Ведь фильмы с Дольфом Лундгреном, вышедшие на тот момент, были очень крутыми боевиками. Это уже позже Дольф Лундгрен стал сниматься в откровенном дерьме. Обошедшийся примерно в 7 миллионов долларов, практически без компьютерных спецэффектов, фильм провалился в прокате у себя на родине. Хотя считается в числе самых удачных работ Дольфа Лундгрена. Отдельного внимания также заслуживает исполнитель роли пришельца Маттиас Хьюз, актер фильмов класса «Б», уроженец Германии, пробивал себе путь в Голливуде, попутно работая телохранителем у вдовы Боба Марли. Считает картину «Темный ангел» одной из своих удач на актерском поприще. На съемках сделал все трюки сам, так как режиссер Крейг Бэксли не нашел среди своих знакомых дублера такого же роста и телосложения. Сейчас, на старости лет, Маттиас сотрудничает с суперзвездой Голливуда Александром Невским.
остается подвести итог для этого хита постсоветских кинотеатров. Неплохой фантастический фильм с уклоном в сторону полицейского боевика. Кинокартина являлась завсегдатаем на вокзальных лотках с видеокассетами. Фильм вполне смотрибелен и в наше время. Много взрывов, погони, чуть-чуть юмора. В итоге мы имеем добротный такой фильмец, уходящий из 80-х в начало 90-е, где уже готовятся штурмовать планету Земля голливудские компьютерные монстры. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи!